День добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2, версия 1.38. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в городе Николаевск на Амуре. Так, что тут перед нами? Урал, долгожданный Урал, 43.20. Есть комментарии. Вот некоторыми моими видео просят покатать люди. Просят покатать Урал 43.20. Нашел я. Это бесплатный мод. Дизель я поставил сюда 440 лошадиных сил, потому как, еще раз напомню, что шкала преодоления подъемов и внедорожные качества, внедорожные возможности должны быть максимально заполнены. Вот берем дизель, так сказать, взяли по максимуму, и 16-ступенчатую коробку ZF, она будет нам в помощь. Так, в паре с этим Уралом прицеп Нефас 93-34, грузоподъемность что-то около двадцатки у него, 20-22 тонны, точно я сейчас уже не вспомню. Поддержки кабелей у этого Урала нету, наверное, мод старый, я вот не скажу, небольшой я специалист. Колеса такие подобрал зачетненькие. Вот такой у меня прицепчик. Прошу прощения, немного приболел. Не дай бог коронавирус этот, мать его. На работе несколько человек болеют этим омикроном. И у меня чихание, насморк. Ну вот, как-то так. Такой прицепчик. И такой зачетный Урал. Посмотрим, как он себя покажет. Я думаю, мы с этим грузом справимся. Везем мы в Хабаровск. А, по-моему, что-то на тротуарная плитка. Давай-ка глянем точнее. Так, 20,5 тонн. Тротуарный камень. А, ну плитка, камень. Один хрен. Ехать 143 километра, но это, друзья, 143 километра, это не по асфальту, а это, будь здоров, по гравийкам да по крутым подъемам. Так что испытания ждут нас еще те. Так, ну габаритки включим. Так. Ну... Поехали, что ли? Пардон, пардон, пардон. Так, надо маленько вытянуться и по максимуму сместиться вправо. Так, вот я тут рядом с машиной, я ее сейчас задену. Давай-ка вот так вот. Не хотелось бы тут задевать. Так, маленько сюда вот так. Так, ну я думаю, сейчас нам места хватит. Так, еще пошире немножко возьмем. Так, все кажется, что вот-вот сейчас машину заденешь. Да, для нее вот сейчас вот посмотрим, сколько метров. До хрена. Так, вот этого джипчика я по любасу сейчас
Так. Так, давай немножко назад. Так. Так, далеко, да? Ой, достаточно далеко, нормально. Сейчас можно чуть выправляться. Так, и берем правее. Так, нормально. Не задеваем. Все, прохожу. Ну, что-то звук выхлопа, слушай, совсем не подходит, да? Так, нам сейчас сюда. Высокий, конечно, Урал. Охренеть какой. Так, нормалек. Так, а куда? Слушай, нам ехать. Так, секунду. Ага. Все понял, налево надо. Налево. На такой бандуре, это смотри, да, он такой высокий, даже выше давчика. Тихо, тихо, что я вас там даже не трогал. Но это бывает, они так соскакивать начинает, когда ты подъезжаешь, включается у них там своя коллизия. Особенно бывает, когда транспорт натыкается на ночующих на краю дороги. Так, я так полагаю, нам сюда. Да. Тихо. Поместился, нет? Да. Все, поместились. Так, сейчас поаккуратнее тут. Да ты что, я сама аккуратность, ты же меня знаешь. Так, а куда тут налево? Ну, наверное, направо надо. А нет, проезд запрещен, налево. Налево. Зараза. Так, едем тут аккуратно. Кажется, что тебе вообще места не хватает. А так-то, в принципе, машина помещается. Ну, высоко очень сидишь, как на кразе. Колеса здоровенные. Так, на весы сначала. На весы. Дорога нам предстоит. Ой, нелегкая. Несколько серий будет по-любому. Так, все, взвесились. Дорога будет нелегкая. Смотрим за прицепом, как идет. Так. Сейчас сюда налево.
и на паром. Сейчас отправляемся. Так, Ванина. Нам Ванина не надо. С Ванина потом в Хабаровск. Так, ехать 8 часов. Да нет, что за прикол, да? Я понимаю, если вы на обычном грузовике бы ехали, тогда через эти дебри сейчас ехать не стоило бы тогда, да? Не. Нам легких путей не надо. Так. Конечно, сейчас задним ходом тут пилить и пилить, да? А вон я туда направо сейчас развернусь. Ну, в смысле, налево. Так. Стекла здесь не опускаются. Кстати, в этом Уральчике есть, в этом моде есть косяк. Стеклоочистители ни хрена не это самое, не сбрасывают воду. Когда идет дождь, нифига. Поэтому осадки я выключил. Осадки я выключил. Какие жернова, такие здоровые колеса. Поскольку этот Урал выше, чем стандартный обычный на таких жерновах, на таких колесах, то и колесную базу по ширине сделали ему поширше. Разнесли маленько, да, колесами. Ну, чтобы поустойчивее был. Ай-яй-яй-яй. Так. Вот это здоровый такой, а. Аккуратненько. Забор не снеси. И поехали. Легко трогается на первый. Так, ну-ка я тут. Ага, нормально. Нормально тут ничего нету. Для такого Урала, конечно, преграды, конечно, все равно есть. И, может быть, не здесь надо было его тестировать, да? Может быть, не здесь. Какой-нибудь посерьезнее, наверное, бездорожье надо на бездорожье какой-нибудь отправить надо было его. Так, нет? Подгорные. Проблемно найти вообще какой-то такой достаточно интересный груз.
из тех мест, из которых ты хотел отправиться. Не всегда есть груза оттуда, откуда ты хотел выехать. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Так, предыдущий рейс у нас... Господи, где закончился-то? Сейчас. Так. В Буракане. Вот это деревушечка Буракан. Здесь у меня закончился предыдущий рейс на Зилке. Здесь препятствие, невидимая стена там, или пожар, или еще там что-то. Здесь проехать нельзя. Здесь стоят гайцы и знак «Стоп». Знак «Проезд запрещен». Так вот, я хотел взять какой-то груз и вальнуть вот сюда. Кульдур. Из Кульдура я хотел отправиться вот сюда. Так, Ягдни. Потом смотрел груза из Сагды или поселок Эльга. А получается, что... Так, что-то музыка громко. Из Сагды я могу взять только пустой лесовоз до поселка Эльга, а из поселка Эльга я могу взять только груженные лесовозы, но они почему-то груженные, но без леса. Пустые, ну там, допустим, весом по 40 тонн. Ну леса на них нет, ну косяк какой-то, ладно. Поэтому я сюда даже и не поеду. Нет мне интереса какого-то. В основном лес вывозится во Владивосток с поселка Эльга. Ехать назад, такое расстояние, я что-то как-то совсем не хочу. Нам дорога только на запад. Так, а тут мод у меня по многочисленным просьбам трудящихся вот этот образовался. Ну, я решил его прокатить. Но я же не поеду по асфальту на нем. Так ведь? Нахрена мне это надо? Ну, какой интересно, вон на таком здоровом Урале ехать по асфальту. Правильно я говорю? Правильно. Ох ты ж, нихрена, тут сейчас как слева машина как подпрыгнет. О, видишь, косяк какой. Может и скакануть сейчас. Ну такая дорога для этого Урала, это чисто разминочка, но вообще ни о чем. Все, погнали. Будет несколько серий. Особо резать видео не хотелось бы. Есть что интересное посмотреть, есть что покатать тут, есть что увидеть, посмотреть, где как Урал поет. Конечно, эти места Гоба не обновляет. Чисто всю карту только, получается, адаптирует под более новые версии вот эти вот участки. Трафика здесь нет. Трафика тут нету. Ну, нам здесь он и не нужен. Ехать-то далеко. Очень-очень далеко. Так, сейчас тут повороты, завороты, и куда нам ехать, слушай. Так, Константиновка. Так, давай-ка по карте, слушай, посмотрим, что тут. Господи, где ж ты, а? Так, Николаевск на Амуре. Тут и прямо дорога идет. Константиновка, получается, здесь левее. Наверное, прямо ехать надо. Хер знает, или направо. Тут, как всегда, у Гобы все эти вот... колотить.
Анинские минеральные воды, они вообще справа будут нам прямо так, ладно. Так, что мы куда поедем-то? Направо или налево? Прямо давай, что ли? Хотя дорога вроде как налево показывает, да? Ладно, поехали налево, хер с вами. Поехали налево. Либо в тупик заеду, либо тут кольцо как бы идет через эту кистетиновку. О, не было домика справа. Херак появился. Так, вон та дорога там, наверное, идет. Сейчас посмотрим, куда мы заедем. Но я, честно говоря, не помню, как тут ехать надо. Еще направо туда идет. Ну, наверное, это по этой стороне дорога, а та вот по той стороне, я полагаю. Я могу и ошибаться. А это куда? Да чтоб вас. Ну это никуда, это сюда идет. Нам направо надо, понятно. Так, ну здесь по-любому налево. Куда ж тут еще? Да, вот эта дорога вот оттуда найдет. Там мы через поселок проехали, а здесь эта дорога по краю. Ну, для такой машины эта дорога, как я уже сказал, это вообще ничто. Так, легкая прогулка, все равно, что на Феррари по асфальту ехать. Так, пока едем, что-то интересное будет, покажу. Бодрячком идем, бодрячком. Здесь, в принципе, можно и на обычных грузовиках кататься. Но вроде как бы дальше должно быть кое-какое бездорожье. Болеть начинает. Хватало дельту подхватить. Да на работе, блин. Мастер, начальница заболела. Омикрон подхватила. Это опасно. А, видишь, какая дорога? Можно так прыгнуть хорошо. Задняя шиновка на прицепе односкатная, чтобы как-то нормально с Уралом в комплекте смотрелось. О, дальнобойщик. Прикольно, да? Как вам такой паровоз? Дорога была видна, машина немного.
поаккуратнее тут надо. Так. Но все равно включаю навигацию, чтобы как бы общее направление было видно. И сохраняться почаще. Так, опа. Так. Надо налево. Так, сохранимся здесь. Потому что здесь вот можно вот левее, допустим, взять и провалиться. Не обязательно именно здесь, но можно. Последний раз вот проезжал давненько уже. Давненько. И все еще дорогу не сделали. Ой, простите. Но на такой дороге, вот как это здесь, нет такой западни, где бы тут чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо ты проваливаешься. Но все равно сохраняться почаще надо. Потому что могу что-то не запомнить. Давно я здесь был. Здесь я вот и сюда ехал я на 500-м МАЗе. У меня скриншоты есть. И видео, по-моему, на моем канале должны быть. Потом обратно, по-моему, на КамАЗе я ехал. На каком-то я модель, не помню уже. Давненько было. Так, ну что ж, пока особо ничего интересного. Неплохой такой подъем на 4-й повышенный. Все-таки 16-я коробка — это сила. Вот это моща, вот это здоровяк. Так, что, блокировку надо? Передача включила, и она не врубилась. Так, вторая повышенная. Да. Закосячился маленько чуть-чуть. Хорошо, блин. Такая подвеска высоченная, да? Колеса огромные, похрену там.
Перли. Да, где у нас там горизонт? Что у нас там дальше есть? Погоди, не спеши. Вот это капотище, блин, а. Тут целая свадьба за этим капотом усядется. Места хватит. Оп, блокировочку. Вырубаем. Тихо-тихо-тихо, сохраняемся. Поаккуратней. Притормаживать надо. Ну, как ретард рассаживает. Ага, осаживает. Разогнался еще. Тихо-тихо-тихо. Опасно разгоняться так. Вроде смотришь, дорога нормальная, а так подбросит. Можно машину угрохать вообще на раз-два. Прямо ехать надо. Здесь как бы по карте получается направо. Анинские минеральные. Там прямо. Прямо, прямо нам. Ух ты, вот это подъем. Так, о. Давай, давай. Оперный театр. Поаккуратнее. Лучше на четвертой спуститься, чем лететь. Тут разгонишься, и вот на этом месте, вот здесь вот, где стык дороги с мостиком начинается, вот здесь вот, обязательно хорошо бы ударился. Потом подпрыгнул бы, приземлился бы мордой как раз вот на этот выход.
здесь можно разгоняться в гору. В такие крутые горы передачи терять надо не по одной, не по две. В смысле, переходить на пониженные. Так, а я сразу попробую. О, опа. Ага. Бедная аж завыла. Ну ты, друг, чуть не ушатал точилу. Да блин, думал, нормально сбросил скорость, нифига. Кабина легче управлять. Так, зеркало нам правое нафиг не надо. Кого нам там смотреть на нем? И маленько сбрасываем в ретарды. Так, по-нормальному-то я, по-моему, ни разу не тестировал Урал. Краза были, а вот Урал 43-20. Не попадалась мне нормальная машина. А у раз моды попадались, вот последний я смотрел на 1.43. 1.42 или 1.41. Ну вот на после 40-е версии. Вроде все нормально, у него все при нем, все и выглядит хорошо, и адаптация у него прошла относительно нормально, но какой-то косяк у него получился и с покраской, и там еще что-то не то было. Законфликтовал он, короче, с внешкой. Из
я конфликтовал. Не то, что там выбрасывал с игры, а косяки были там по цветам. Тут прямо. Прямо, да-да-да, точно, прямо сюда. Едем прямочку. Так, тут тоже прямо, тут нам никуда заворачивать не надо. Пока ничего особо интересного. Посмотрим, что дальше будет. Так, что-то я в растерянности. Куда нам ехать надо? Сейчас проведаемся. Ну-ка, давай-ка вместе с вами сейчас все узнаем. Так, Лазарев, Южно-Сахалинск. Так, Южно-Сахалинск, это если... Так, ну-ка. Южно-Сахалинск, это вот, если сюда... Сюда. Вот, Южно-Сахалинск. Это если ехать вот... Вот через этот вот. Ага, нам тогда туда не надо. Нам надо ехать прямо, получается. Так ведь? Угу. Нам надо ехать вот туда тогда. Южно-Сахалинск, это я на переправу выйду. И переправляться надо будет мне. Так. Богородская. Мне вообще надо было сюда заезжать в Богородское. Так, а нет, вот все мимо, через Богородское идет дорога дальше. Ой, простите. Так, Савинское поле, Монгол, Декастре, Салихина. Так, Савинская, Богородская, Монгол и так далее. Так, ну, вроде бы правильно сюда надо будет ехать. Так. Ну, здесь, скорее всего, все прямо, прямо и прямо. Что тут велосипед изобретать? Так, дорога идет. Так, сейчас, секундочку. А если сюда? А что, если, да если? Ну, здесь дорога-то, батюшки, какая, а? Да, вот это и есть дорога вот на переправу. Помните, я здесь на КамАЗе на синем катался? Да. Сейчас вот на поляну я выйду. Тут по утоп. Поутонуть раз несколько можно, утопнуть, машину ушатать. И на КамАЗе-то я тут шел с магнитовским трейлером этим паровозным. Ё-моё. Так, тут сейчас какое-то поле такое будет, там техника будет наполовину затопленная такая. Да, вот это вот. Сейчас тут она. Угу. Ну, вот. Я отсюда с переправы шел на КамАЗе, да.
Все правильно. Значит, надо ехать. Ехать надо прямо. Так, едем пряменько. Ну, прямо надо ехать, да. Однозначно. Так, в принципе, а чё прямо? Слушай, давай-ка на перекур встанем, отдохнем. Время-то уже до хрена. Ага. Но здесь никого нет. Можно спокойно здесь останавливаться. Так, или что, так нахальничать-то не будем? Давай чутка назад. Так, давай назад и так направо зеркало включить. Так. Ну, здесь остановлюсь, немножко отдохну сейчас. С дороги сойдем сейчас. Сейчас выровняемся чуть-чуть. Кажется, что мне такое расстояние очень, да? Аккуратнее вот так вот встали, подвинулись. С Акрацом рядом встану. Да, мы повыше будем. Нормалек. Да, в таком виде только таскать прицепы. Так, ну что, мы особо тут и не устали, но все равно надо маленько на перекурчик встать на обед. Ехать нам еще далече. Так, ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Следите за движением, оставляйте комментарии, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. С вами был Олег Драйвер. Пока-пока. Увидимся. До новых волнующих.